мятное небо конфета, клевер кашки брожение, теплое сладкое пение, пенная брага заката. Все это было когда-то. Ну вот такое стихотворение посвящено дочечке. Листопад. Ну и, конечно, весной и летом у нас что-то такое, у нас есть белое, светлое, все дороги открыты, все цветет. В общем, посвященное этому. Хотя бы название «Листопад», но у меня оно как-то соединилось. Иногда такая светлая осень рождает тоже какие-то такие надежды и светлые чувства. Очень интересный микс такой. Да? Белое море, белое небо, белые нежности, белая спаль, счастье страна, в которой ты не был, белого солнца, призрачный аль, белые листья и дымчатый ветер, пробка шампанского, тучи в закат, самое лучшее время на свете, твой листопад. Ну и хотела бы, конечно, стихотворение следующее посвятить поэтам, потому что сейчас, к сожалению, вылезла огромная такая тысячная гидра сетевой бесовщины, да, поэзия это не всегда можно назвать, к сожалению, кому-то это выгодно, и вот я вспоминаю себя вот здесь вот рядом на Конюшиной когда-то, Союз писателей был, мы собирались 10 лет, даже в мыслях не пришло, все, мне надо вступить там в Союз писателей, еще что-то, нет, были ли то, какие-то разборы сначала, и важен был действительно внутренний рост. Вот. Ну и, собственно, то, что сейчас, к сожалению, это роняет уровень современной поэзии, на мой взгляд. То есть не всегда хорошо, когда кто-то не знает элементарно, например, ритмику или там основного. Вот. Ну, мы через многие на лид-курсах с моими подругами, членами Союза. Мне кажется, основной, как у музыканты, да, то есть надо знать какие-то хотя бы каноны. Поэтов видно по лицу. В них глубина и благородство, они как вето под лицу, как знамя раненого солнца, ну а пиар, игра, толпа, удел для тех, кто веет ниже, с Александрийского столпа, осколком крыл проласкает крыши, и я не верю в мой взгляд, и в театральность лицедея, и в 21 век подряд, без мыла, с ниточкой на шее, стоят, хрипят, я вас любил, и типа клёво было даже, но только, блин, я вас убил, довольно этой глупой лажи, поэтов видно по лицу, в них боль пропущена безмерная, подобно высшему отцу, молитва их и откровенность. Ну вот, вы знаете, вот очень интересно, когда Сергей Адамский, с которым 26-го отмечают дни рождения, выступали, попросил прочитать, вот, ну, я не буду называть одного из таких поэтов, просто свое стихотворение шикарное, там, Жордана Бруно. И вот примерно это была интерпретация немножко, вот, со словами типа «клёво» и так далее. Он говорит, да господи, а как же мои там метафоры и все, то есть, мало того, что ладно, половина там этих метафор, все, говорит, да господи, ну ладно, говорит, понятно. К сожалению, вот эти вот водные словечки, этот уровень иногда далек от какого-то ну, желаемого хотя бы. Я говорю к тому, что дай бог все-таки, чтобы наша культура была как прежде, да, чтобы молодые люди, наши следующие, да, поколения, вот, так, совсем молодые, 20-летние, может быть, сейчас, стремились не просто к пиару, к этому, совершенно, мне кажется, такому суетному и никчемному, а стремились действительно чего-то достигнуть, узнать хотя бы как-то, вот, минимальное что-то, гений. Но это тоже такое немножко, я бы сказала, шутливо форма написанное стихотворение, мягко скажем. Век там другой, отношения другие, в голь глубине обнажены ноги, болью оплачены высшие строчки, где только точки, там многоточие. Полузакрыты вселенные взгляды, сами атланты не с заднего ряда. Сленгов и гениев века грядущего, ныне присненный от прочего сущего, хлынул поток сетевой бесовщины. Кто-то, конечно, являлся причиной. Первый вложил, а десятый пророчил, сотый искал то, что нет между строчек. Звезды не падали в белые воды, ритмика, рифмы являлись отходы. Звезды в безмолвии вечно дрожали, цепко их нити держали. Ну вот, знаете, когда я не знаю, что мне смеяться или плакать. Поэтому. Ну вот размышление такое, которое недавно было в юбилейном номере «Альманаха».
трагедия в груди, сквозь боль пропущена чрезмерно. Ну и я хочу, конечно, посвятить стихотворение следующее всем нашим замечательным мамочкам. Мужчины просто не представляют часто, когда приглашают на фестиваль еще наших польских друзья, насколько это непросто быть мамой, что это не так, что ты сидишь и отдыхаешь, что это 200% твоего времени, даже, извините, нет на неотложные какие-то дела, уж не то, что там в ванну сходить, а еще что-то. Вот, поэтому совместить это тем, кто совмещает, я просто вот большой низкий поклон, потому что это действительно непросто. А упустить что-то от ребенка, ну, тоже вроде бы как печально. Кастрюля супа. Я должна чистить картошку и тыкву, стругать, вместо того, чтобы читать и читать и читать. Дочку баюкает бугла, шестая кровать. Мне же симфонию супа писать и писать. Мне даже в кастрюле уже закипает любовь. Варится детство цветочками, зреет морковь. Дочка симфонии синим морем звучит. Город не дышит, он в окна бессонно молчит. Черное небо и черная бездна ночи. Мне об усталости что-то бессвязно кричит. Крышку открою и ночью свой суп доварю. Вкусное утро по детскому календарю. Но вот это стихотворение я посвящаю всем нашим дорогим мамочкам и вообще, у кого есть на попечении маленькие дети. Вот Коля, кстати, это тоже относится, она преподает замечательно детство. Пусть они постарше.